Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня нашим малышам, январские детки Чихуахуа, исполнилось 3 недели. Мы делаем первое видео. У нас 3 девочки, 1 мальчик. Это мама и папа. Папа Марини Стик Арман Троял Престиж. 3 года и 3 месяца, вес 1,5 килограмма. Мама Марини Стик Хелен Квин оф зе Найт. Мама волнуется. У нас родились 3 девочки и 1 мальчик. Сегодня мы малышей взвешивали. Самая большая у нас девочка бело-шоколадная. Она в 3 недели у нас весит 540 грамм. Через неделю всех этих деток, когда им исполнится месяц, мы будем открывать для резерва. Бело-шоколадную временно пока не выставляем на продажу. Будем смотреть, как она будет развиваться. И, возможно, девочка останется жить с нами в питомнике. Все ребятки активные, пытаются уже ходить, не то чтобы даже ползать. Мамочка волнуется, закрывает деток, вот поэтому не люблю снимать видео с мамочками. Они все время прячут своих лялечек, защищают, оберегают и закрывают собой мамочек. А вот папочки, они сидят, глазками моргают, не понимают, что происходит. У нас 2 одинаковых малыша. Вот такого нарядного красивого окраса. Черные с коричневым и с беленьким. Да, мамочка намывает свою лялечку. Девочка и мальчик. Как раз вот такой триколор. Черный с коричневым и много нарядного белого. Девочка покрупнее, 470 грамм, бело-шоколадная 540, черная с коричневым и с белым девочка 470, и мальчик маленький 440. Значит, это у нас девочка. Они так похожи, что сверху их не различить. Вот такая вот у нас красотуля, девчуля. Да, вот эта девочка будет открыта через неделю для резерва. Будем смотреть. Наблюдать, пытаться сделать первые видео в стоечках, потому что вот такие уже ребятки вовсю в 3 недельки они шлепают по своему манежику. Вот такая у нас мордашечка. Очень много белого нарядного. Да, мамочка пришла проверить свою доченьку. Ой, скажи, мама пришла, молока принесла. Мама пришла, молока принесла. Белого у нас вон там вот много-много-много. Вот такой пузатый ребенок. Нет, скажи, отдай маму мне. Маму мне скажи, отдай. Теперь покажем такого же мальчика. Они очень похожи. Мальчик по голове похож очень на папу. Мальчик не крупный, кстати говоря. Мальчик весит 440 грамм. Окрас, как у девочки, такой же черный с коричневым и много-много нарядного белого. Оп-оп-оп, мамочку он увидел, ему надо к мамочке. Мальчик не крупный. Очень курносенький, по голове похож будет на папу и на маму. Я так думаю, будем смотреть, как будет развиваться. Нет, скажи, тут рядом мама, я не буду тебе позировать, да. И за палец меня сосать, сосать. Мама, скажи, отдайте, дайте молочка. Не надо нас снимать, скажи. Варежка, я хочу снять ребенка, а не варежку. Я не вижу ребенка. Ого. Давайте мамочку отсюда уберем. Она слишком мешает, ничего не попадает в кадр. Вот такой у нас мальчик.
Вот такая вот у нас головка. В 3 недели. Да. Да, привет. Давай здороваться. Этот помет будет на букву З. Будем еще придумывать кличечки красивые. У кого есть какие-нибудь варианты, предлагайте в комментариях. Будем благодарны. Вот такие красивые мальчишечки. Совсем не крупные. Скорее всего, будут на папку похожи. Папка скромный, сидит, к детям не лезет. Молодец, папка. Так, и последняя девочка из этого помета. Похожа по окрасу на маму. Черная. И очень много белого. Девочка очень нарядная и не крупная. Девочка самая маленькая из этого помета. Она весит 400 грамм, но очень подвижная. Вчера уже из манежика сама вышла и бегала вокруг манежика там по комнате. Вот так вот у нее очень нарядно много белого. То есть, несмотря на то, что она малышечка, она очень даже крепенькая девочка. Вот сколько у нее беленького, какая нарядная девочка. Со всех сторон. Со всех сторон нарядная девочка. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать, что все ребятки похожи на гладкошерстных. Если через неделю что-то изменится. Такая смешная. Малюсенькая. Малюсенькая. Черная с белым. Да. Красоточка. Маленькая, нарядненькая. И папочка. Да, папочка скромно лежит. Да, ты гордишься своими лялечками? Ну, вот пока на этот возраст все, что я хотела показать и рассказать. Мы рычим. Мы ходим уже на 4 лапках. Мы крепкие и сильные. Через недельку, 18 февраля 2018, будем делать видео по отдельности каждого ребенка. Пробовать делать в стоечке, видяшечки. Сейчас вернем мы вам мамочку, вернем, конечно, обязательно вернем. Вот такие малыши. Скоро будем открывать резерв и будем искать ребяткам мамочек и папочек. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Чтобы не пропустить свежие видео, за неделю мы будем снимать, как ребята будут играть, расти, ходить, двигаться. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик.